Give me that! What is this? That's none of your business. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и я рад вас приветствовать в рубрике Old School, где мы продолжаем проходить Silent Hill. Это 13-я часть моего прохождения, ну что же, отправляемся. Ну что ж, дорогие друзья, вот и пришло нам время вернуться в наш Silent Hill, в ужасную канализацию, но надеюсь, наконец-то мы из нее выберемся, выйдем отсюда, и надеюсь... Встретимся с чем-то не столь ужасным. Хотя, о чем я могу говорить, это же Silent Hill. Ну, надеюсь, хотя бы город будет нормальным. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, когда выберемся, конечно же. Итак, мы выбрались. Да, в городе все-таки тьма. Что и не говорить, в городе все-таки сейчас тьма. Но все же лучше, чем решетки и состояние нигде. Так, мы видим, здесь какие-то у нас патрончики есть. Это хорошо. Подзарядиться патронами нам всегда хорошо. О, подождите, еще даже аптечка похожа, да, я вижу? Я вижу еще и аптечку. Просто супер. Да, нам дали подзаправиться. Это отлично. Так, посмотрим карту. У меня нет карты этого места. Тогда карта должна быть где-то поблизости, да? Так. О, о, неужели это она? Ну-ка. Точно, information. Я вижу, там карта лежит в таком кармашке специальном. Это карта курортной зоны. Да, взять ее? Конечно, возьмем. Давайте осмотрим карту нашу и посмотрим, куда нам идти. Итак, по идее, нам нужно отправляться на маяк. По идее, нам нужно отправляться на маяк. Но, чтобы пройти по концовке Good, мне нужно выполнить дополнительную миссию с Кауфманом. А происходит она у нас в баре у Энни. Бар у Энни. Как вы видите на карте, он у нас тут так и подписан. Да, нам нужно отправляться сейчас туда и какую-то пройти дополнительную миссию с Кауфманом. Я пока не знаю, какую. Надеюсь, что нам не слишком много тут встретится всякой нечисти. И мы все-таки доберемся. Так, мы должны пробежать поворот. Вот уже нечисть какая-то там. Пробежали поворот. Слышатся шорохи, шорохи, шорохи из нашего радио. И бар у Энни у нас совсем рядом. Где-то здесь птеродактиль. Где-то здесь у нас вход в бар должен быть. По идее. Отойди от меня. Отойдите. Фу, забежали. Всего чуть-чуть нас поранило. Are you okay? Yeah, I guess so. But I'm beat. I thought I was a goner there. So how'd it go? Did you find a way out? No, not yet. How about you? Zip. But it's too soon to give up. This craziness can't go on forever. A military rescue squad should be here any time now. If they come through the town, we're home free. I hope so. I better get going. This isn't the time to stand around flapping our gums. Do you know a girl called Alessa? No. Ох, Кауфман, как же ты нам сейчас солгал, как же ты нам сейчас солгал. Не знаешь ты, кто такая Леса, но ты прекрасно знаешь, кто это такая на самом деле.
Что это у нас здесь лежит? Это должно быть обронил Кауфман. Чего тут только нет. Я нашел ключ Кауфмана. Ключ с номером 3. И я нашел чек 0473. Интересно. Этот ключ должен быть от какого-то номера, потому что на нем стоит бирочка. Бирочка с номером. Обычно такие дают в отелях. Посмотрим карту. Я видел, там у нас есть отель. Да, мотель Херси или Херши. Как-то так. Не очень четко у нас изображение, но все-таки видно, что этот отель как-то так называется. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Да, здесь закрыто у нас все. Тут мы нашли ключ. Ну и, в общем, здесь у нас сохранение. Ничего здесь больше нету. А, есть две настойки. Прекрасно. Прекрасно. Это, конечно, не аптечка, но небольшие аптечки нам тоже всегда помогают. Давайте сохранимся. Итак, мы сохранились. И сейчас, как вы уже поняли, конечно, миссия у нас не закончена. Она только начинается. Откроем карту. Нам нужно отправиться... Сейчас мы посмотрим наше меню. Давайте осмотрим чек. Что у нас за чек такой? Чек из универсального магазина. Его, судя по всему, обронил Кауфман. Давайте осмотрим его. Индейский бегун. Indian Runner. Патагонная. Он купил патагонное и бумагу. Ха, зачем? Но суть в том, что он купил его в индейском бегуне. Смотрим ключ. У него стоит номер 3, как мы это видим, конечно, и издали. И прежде чем, конечно, отправиться в мотель, от которого у нас, скорее всего, находится ключ, хотя, может, это не от него, мы отправимся в индейский бегун магазин, который у нас находится по соседству. Надо будет убежать от наших маленьких друзей, так сказать, и добраться до индейского бегуна. Вот эти попрыгунчики, они боятся света, но зато очень прекрасно атакуют в спину. Собака. Собака мне не нравится, не нравится мне собака. Так. Сейчас сверимся, правильно ли я бегу. Индейский бегун у меня прямо сейчас справа оказывается. Вот, Indian Runner. Давайте зайдем. Если, конечно, нет, вход не здесь. Собака опять промахнулась. Хорошо. И... Собака здесь рядом. О, прям подошла к нам и отбежала. Какой там был код, елки-палки, какой был код? Сейчас посмотрим. Пока нас опять собака не атаковала. 0473, да? Да, повернись, повернись, листочек. 0473, да. Именно так. Опять отбежала, не может атаковать, пока мы заняты. 0-4... 7-3. Отлично. И заходим в магазин. Надеюсь, нас никто там не встретит, он будет пуст. Так, вроде тихо пока, спокойно. Что-то тут все коробками завалено. Посмотрим, что на полу. Какое-то средство. Бумага. Зачем тут вообще чек был? То есть, что он покупал? Или, наверное, он просто на чьем-то чеке записал еще немного патронов для винтовки. Да, дамы и господа, вы, наверное, ждете, что я найду сейчас в ближайшее время винтовку, и мы уже с ней постреляем, но хочу вас, к сожалению, разочаровать. Винтовку я, опять же повторюсь, к огромному сожалению, пропустил во время битвы, помните, с червяком, когда мы упали в торговом центре вниз туда, ну... под пол, и там
песок, в общем, был, все это, какая-то типа оранжерея, что-то, в общем. Червяка-то мы забороли, но я не заметил, к сожалению, в пылу битвы винтовку, которая лежала возле стены, и вы можете пересмотреть видео, там в некоторых моментах видно, что она лежит, вот она драгоценная, но мы ее не взяли, к сожалению, прошу меня простить, надеюсь, это не сильно огорчит вас, не сильно вас расстроит. Посмотрим, какую что-то здесь, какая-то фотография у нас на стене. Называется «У Нормана». Мы открылись. Прекрасно, я рад за вас. Видимо, это мотель. Как раз что еще здесь написано. Три буханки хлеба, три пакета молока, две дюжины яиц. Доставлять к задней двери каждый день к 8 утра. Код цифрового замка 0886. Норман Янг. Ага. Это интересно и весьма важно. 0886. Я это запомню. Так, что у нас там еще? Какой-то штырь торчит. Так, это не несет никакой смысловой нагрузки. И здесь какой-то дневничок или книжечка. 20 августа. Он приходил сегодня, отдал ему пакет, который мне оставила та женщина. Видимо, это продали у Гелеспи, упоминается. 12 сентября. Он появлялся и у Нормана. Не хочу я больше встревать в их дела. Мне становится страшно, даже больше, чем раньше. Думал, не уехать ли из города? Нет, я боюсь того, что может случиться, если я попытаюсь. Наверное, это записи владельца магазина по поводу, ну, относительно Кауфмана. Еще раз случайно открыл книжку. И мы видим здесь сейф. Сейф закрыт. Закрыт. И мы не можем его разве открыть никак? Да. Мы не можем открыть сейф. Он говорит просто закрыто. И все. И даже не пытается ввести код. Почему? Странно. Ладно, давайте дальше посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь шкафчик, хотите открыть? О, интересно. Ключ. Интересно, от чего? Это ключ от сейфа. Ха-ха, вот почему ты не хотел вводить код. Закрыто. Ну, примени ключ сам. Ладно, хорошо, я зайду в меню и применю ключ. Использовал ключ от сейфа. Что это? Наркотики? Да, как раз те самые наркотики, о которых говорила и Сибил, и Лиза. Гарри не хочет ничего больше брать? Странно. Просто открыл, увидел наркотики. И все? И больше ничего не хочешь брать? Странно. Давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Ящики. Может, мы что-то не осмотрели. Что-то еще, может, можно задействовать. Как, например, тот ящичек, неожиданно открывшийся. Хотя, выглядел он так, как будто открыться он не может. Итак, ну, судя по тому, что я нашел ключ, я нашел код. Теперь давайте отправимся непосредственно в мотель. И посмотрим, что там находится в комнате номер 3. Что-то интересное. Ненавижу этих. Просто ненавижу. Просто ужасные уроды. Светить на них нужно вовремя и бежать. Бежать просто очень быстро. Чуть-чуть замедлишься, чуть-чуть запаникуешь, и все. Пиши пропало. Напрыгивают и начинают есть. Здесь какой-то у нас фонтан. Надеюсь, эти обезьяны отстали от нас. Так, мы вышли. Куда мы прошли? Насквозь, что ли? Да, мы прошли просто через парк. Давайте вернемся обратно. Здесь у нас какие-то закоулки, закутки. Пройдем. Только бы не застрять где-нибудь. Только
Только бы где-нибудь не застрять. Так, вот здесь вот должен быть мотель справа от меня. Закрыто. Ага, код. 0883. Enter. Нет? Не 0883? По-моему, он. Так, посмотрю, где я его записал. 0886. Вот. 0886. Enter. Не успел. Не успел, птеродактиль. Не успел. Ух. Какой уютненький мотельчик. А, наверное, здесь, ну, персональные комнаты у каждого своя. Давайте посмотрим, что у нас здесь лежит. 10 сентября. Принес какой-то сверток, велел ненадолго припрятать. Не хочу с ним связываться, но боюсь ему перечить. Он наверняка связан со смертью мэра и остальных. Видимо, это опять же нам говорится про Кауфмана. Наверху шкафчика стоит радиоприемник. Не работает, сломан, наверное. Так, посмотрим, что у нас лежит на диване. Это магнит. Какой-то странный магнитик такой. Взять его? Ну, конечно. Ха, на стене прикреплен, налеплен какой-то плакат. У меня нет времени его разглядывать. Да уж, точно. Когда тут мир рушится и птеродактили летают, нет времени смотреть на груди. Телевизор. Не работает, здесь тоже нет электричества. Замок заклинило, дверь нельзя открыть. Так, а эта дверь открыта. Посмотрим, что у нас здесь. А, это, видимо, гараж. Еще немного патронов для дробовика. Превосходно. А то, как я уже сказал, к сожалению, ружья у нас нет и не будет. Второй раз в этой игре не дают оружие. Поэтому-то она и хороша. Старый мотоцикл. Похоже, он здесь пылится уже не один год. Странно. Вокруг крышки бензобака пыль вытерта. О как. Пыль вытерта вокруг крышки бензобака? Ну, открой его. Нет, не хочет, к сожалению. Ладно, давайте еще осмотрим. Там был еще один проход в другую комнату. Посмотрим, что там. Так, у нас здесь сохранение и какие-то записи. Книга для регистрации постояльцев, ничего интересного. Ничего особенного. Давайте сохранимся. По поводу тех наркотиков, конечно, про которые говорила, как я уже сказал, и Сибил. Не помню, далее... Нет, далее ни словечком не обмолвилась по этому поводу. Зато говорила Лиза. Торговый автомат давным-давно не работает. Лиза у нас тоже упоминала про те самые наркотики, которые распространяли по городу, и, в общем, да, они были очень-очень-очень плохими. Да и, в общем-то, что были-то? Они и так сейчас есть. Ничего я здесь что-то не нахожу. По-моему, у нас был какой-то ключ. Давайте посмотрим. Может, его на мотоцикл применить? Может, там что-то заперто? Три. Нет, здесь нельзя использовать. Странно. Магнит. Длинный тонкий магнит с привязанной ниткой я нашел в офисе. Его тоже здесь нельзя использовать. Так, ну может как-то что-то как-то взаимодействовать с ним. Здесь пылится не один год. Вокруг крышки бензобака пыль вытерта. Хм. Полки забиты аккумуляторами, банками с машинным маслом и всякими запчастями. На всем здесь лежит толстый слой пыли. Видно, сюда уже давно никто не заходил. Да. А тут у нас что? Раковина. Но Гарри на нее никак не реагирует.
Ладно, я даже не знаю. Давайте поищем третий номер в отеле. Кстати говоря, я еще одну дверь не проверил в этой комнате. Открыта она или нет? Вот она здесь у нас на выходе находится. Может, нам через нее? О, теперь открыто. Интересно. Давайте выйдем. Сейчас опять, наверное, нас встретят наши друзья. Нет? Пока тихо. Ладно. Мы во внутреннем дворе. Ну да, мы во внутреннем дворе вот этого, вот этих мотелей. Вот этих вот обычных-обычных мотелей, которые самые такие дешевые. Все время в американских фильмах нам их показывают. Находим мы квартирку 3. И, использовав ключ Кауфмана, открываем ее. Посмотрим, что там. Такс, тумбочка. Ладно, тумбочка ничего не реагирует. Так, что здесь еще? Какой-то матрас, все какое-то такое прямо замызганное, грязное. А ведь это еще не кошмарный уровень Silent Hill, а вполне себе нормальный. Так, что у нас здесь еще? Так, что-то на двери написано. Посмотрим. Почему ничего не прочитал? Давайте еще раз зайдем. Должен был что-то прочитать. Там же на двери что-то написано. Или это не важно? Не знаю. Тумбочка. Что с тобой не так? Вы хотите толкнуть шкаф? Хорошо. Я вообще не против. Опа. Щель какая-то, да? Щель между половицами в ней. Что-то поблескивает. Ну все, понятно, зачем нам нужен магнит. Щель слишком узкая, чтобы я мог просунуть руку. Ну, безусловно. Недаром мы магнит нашли. Я смотрю, просто тумбочка стоит и загораживает плакат. Думаю, почему? Как-то она вроде не на месте стоит, действительно. Я достал ключ от мотоцикла. А, ну все, все, все. Все начинает становиться на свои места. Наконец-то. Наконец-то все начинает становиться на свои места. Давайте посмотрим, есть тут у нас что-нибудь или нет во внутреннем дворе. Все огорожено кустами. Куча машин. Конечно, ни одна из них не работает. И пойдемте, пойдемте все-таки в гараже откроем мотоцикл. Недаром нам ключик-то дали от него. Недаром. Так, что там будет-то, интересно? Старый мотоцикл. Да, нужно применить ключ, понятно. Так, где у нас ключ? Где ключ от мотоцикла? Вот он. Использовал ключ от мотоцикла. Маленькая склянка с узким горлышком, завернутая в полиэтилен. Что это? Напоминает разбитую склянку, что я нашел в кабинете директора в госпитале. И я вам скажу, она... Это именно она. Give me that. What is this? That's none of your business. Instead of messing with that, how about coming up with a way to get out of here? You shouldn't be hanging around here goofing off. What do you think you're doing? You want to get yourself killed? Get out of here. Okay, take it easy. Unless you want to die, keep your mind on business. Got it? Этот доктор наверняка связан с местными наркодельцами. Боже, как он разозлился, просто-таки пар из него шел. В склянке, наверное, и была какая-нибудь жидкость. В любом случае, мне кажется, незачем в это встревать. Думаю, я просто потерял время, надо поторопиться, я нужен Шерил. Итак, да, доктор у нас... Доктор очень сильно разозлился. И он разозлился, я вам скажу, не просто так. Совсем не просто так. Эта склянка действительно была
точно такой же, какая была разбита у нас в больнице, в офисе директора. Точно такой же. И в ней находилась очень-очень важная жидкость. Ну, как и для нас она была очень важной, так и, в общем-то, для него она была очень-очень важной. Отправляемся мы теперь уже на маяк. Да, мы правильно идем. Отправляемся на маяк. Птеродактиль нас не догонит. Ха-ха, промазал. Недаром он так разозлился. Действительно, это очень-очень важная жидкость, которую мы тогда не собрали в больнице. А если бы собрали в нужном месте, я вам скажу, когда, ее нужно было применить, и тогда мы по завершении вот этой дополнительной миссии, плюс прохождение дополнительной миссии с Кофманом, мы бы получили концовку Good Plus. А так как мы не собрали эту жидкость тогда в больнице, мы получим концовку Good. Но мы выполнили дополнительную миссию с Кауфманом сейчас как раз. Посмотрим, что же нас будет ждать на маяке. Кто нас там будет ждать? Будет ли там Шерил или нет? What's this? Нет, только не снова. Нет, на этот раз все по-другому. Это не перемещение из реальности в кошмар, а скорее превращение реальности в кошмар. Ох, не нравится мне это ощущение, словно должно случиться что-то дурное. Без сомнения, грядет что-то ужасное. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом я закончу прохождение моей 13-й части по игре Silent Hill. Надеюсь, вам понравилось. В следующей части мы наконец-то должны добраться уже до маяка и посмотреть, что же скрывается в этой темноте. Ну что же, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидон. Всем спасибо и до следующей миссии.